Здорово, народ, с вами Имба, и сегодня у нас режим, в котором вам не надо будет потеть от слова совсем. Разработчик сделал так, что после старта игры вашим героем частично управляет бот, а от вас требуется только рейд-кликать. Выглядит довольно забавно, так что надеюсь на вашу поддержку лайком и подпиской на канал. Погнали! Друзья, в нашем магазине игр проходит большая распродажа. Так, например, у вас есть шанс заполучить CSGO Prime статус не за 1080 рублей в Стиме, а всего за 129 рублей. Раст может обойтись за 169 рублей. Вместо 1465 в Стиме, GTA 5 за 189 рублей, а Forza Horizon 5 за 399 рублей. Ну и много других крутых игр у вас есть шанс заполучить на ImbaShop со скидкой до 90%. Так чего же ты ждешь? Скорее залетай и пополняй свою библиотеку игр. Подробности под видео. Короче, сейчас ждем 10 секунд. Через 10 секунд мы своим героем только управляем бег. Как кот. Да. А остальное все будет делать за нас бот. Ага. То есть никакого контроля. Да, я в мид. Я тоже. Нужно только райт-кликать. Да. О, вернулся. Интересный способ прокачки от бота. Пассивочку на первом уровне. Нам еще... Кстати. А че за ров? Значит, меня офнуло. Нам еще скины дали, вроде бы. Скины? Ну, все равно там бот за тебя будет играть. Да, я, по крайней мере, бегаю. Нет, бот сам играть не будет, нужно управлять только. Я бегаю на ВРК с Арканой. Да? Да, у меня ребят тоже. Ну, и с личностью, кто это, я не помню, Аркан был. Это Аркана. У ВРК не с личностью. Ну, да. Тут он, все скины Влада. Влад пост, создаются боты. Ну вот, когда ты играешь с ботами, у ботов скины Влада, поэтому вы играете за скинами. Удобно. Нажми. Блин, а еще у людей вылетает, потому что здесь 20 игроков, по сути. 10 ботов и 10 игроков. Они так кнопки, конечно, прижимают. Есть такое. Бежать. О, привет. Так, а предметы он сам закупает? Предметы нельзя, по-моему, поменять. Он уже все закупил. Ты же фуловый. Все. Куда не полез ты вообще? Никого. А поднять себе юань хотел? Нет. А, у нас тоже чуть-чуть. Интересно, как у меня бот прокасты будет давать. Куда? Он тпшится! Я же у него сам тпшусь, кстати. Да. Ты можешь сам тпнуться, но бот тоже может тпнуться. Вот тут. Хуя тут, блин, бот ебака. Юл на себя. А чё, нельзя опыт на ебал? А какого хрена ты такой сделал не туда? Кастомка смешная, но она, наверное, максимум на 2-3 раза, потому что все однотипно будет. Вот что? Во-во-во. А это было жестко. Ты понимаешь, мы бежим тут, я бегу за постом. Пацаны, а вам пост никто не хочет заходить? Куда я тпшусь? Куда? В мид, понял. А, то есть бот за тебя управляет, ты просто сидишь куколдишь? Да. Ух ты. Ага, так, до свидания. А что за забавно, если кто-то ливнет, то за него бот сам будет играть. Выпусти! А я просто присутствием полезен. Охуеть, просто блинк на снайпере, бля. Блинк на снайпере, кстати, классная тема. Блинканись! Зачем? Ой, куда, где? Бля, вот это тут, конечно, детекшн. Куда я себе потянусь? Зачем снайперу ветра? Мне больше это интересует. А, что? Скорость бега. Скорость бега, понял. А, ну да, ладно. Зачем драться, если можно заходить в пост? Это я продолжу. Я убегал от поджала. Почему он телепортировал? Да куда? Он разворачивается сам. Его что-то коротнуло, блядь. Я до базы дойти не могу. Он телепорт. Кстати, нейтралки-то вроде должно быть, можно брать. Ты посмотри, что он в чате пишет вообще там. Типа, нападаю на пузжа, не блинкает с пузжа. Защищаю верхнюю линию. А Солиска даже на ботах пушит. Это не Солиска, это бот. Бот со слэш Солиска. Сосиска. Ебать реакция. Это да. Блинканись! Нет. Он понимает, что он его не догонит, понял? Куда? А, понял. Что происходит?
Я третий раз до базы дойти не могу, он тп. Самая классная кастанка, потому что если кто-то спросит, зачем ты нажал скилл, то ты можешь не отвечать. Так, мы тут вообще должны были сейчас все в ветра уйти. Если выложить его, то ты не сможешь ничего купить больше. Ну и положить в этот слот. Да? Да? Ну я выложил его, у меня вот сегодня собирался минут 5, наверное. Не подбирался именно вообще. Сейчас подобрал. А тут купить ничего нельзя, да? Нет. Я купил поинт. Он шрапнелью просто из религиозных соображений не качает или что? Октарин! Блять, я эту сборку буду тестить. Тупо октарин, блять, на снайпере. Нормальная тема, аганима жалко нету. МКБ, ЮЛ, Блинк, Форс, Актрин и Травела, блять, все, что нужно для счастливой жизни. Полетел, нахуй, все. Где, куда? Опа, пошел, пошел. Нормально, а вот зачем, кстати, нужны были форстафы. Блять, что происходит? Ох ты! Что это за связка? Хорошо. А как она отсюда сюда? Это как? Ой. Это не я. Убей! Куда? Форстав! А куда ты, чё? Чё ты в ветра летаешь? Так, полечу почти. Он что-то чувствует. Ну, хоть на базу, бля, я сейчас думал... Это я тпшнул. А. А ты сейчас управляешь? Ну да, я только рейд кликаю. Ага. Остальное сам делаю? Кнопочки нажать ничего не могу. Понимаю. О, корабль полетел! Куда? В смысле? Сука! Я туда хотел. Да ему похуй, что ты хочешь, не хочешь. Это да. Куда я, блин, жалко, нельзя спить. Ебать, это что было? Куда он в стратосферу чуть не улетел? Так, так, так. Шрапнель первый раз. А что? Православный снайпер. Там бот на ПЖ хукнул на движение под форстав. Вот он меня форстафнул. Вот. Меня форстафнул и хукнул. Он шарт купил. Он выдался всем. Не, это даус, это даус. Шарт на 5-й минуте всем дается. Понял. Да, где я больше? Давай. Он ку не дает всем. На. Но. Охранник-то какой. А вместо чего нам дали Октарин? Он всегда был. Он был. Октарин с самого начала был. Да, давайте снесем здесь лайн. Что за пиздилово? Там блинки какие-то лютейшие просто. Не, кстати, куб, если ты проскочишь, он тоже дает скилл. Все зависит. Должен быть рядом враг, вражеский герой. Крипок. Куда? Там же! Куда? Ладно, я наверх. Слушайте, а такие замесы мне нравятся, отстань. А ты блинканешься? Ты блинканешься? Ну, была бы, конечно, вариация, но типа хотя бы закупатель предмета. Это не, ну там он сломается же, там все на этих, на скриптах. Ну, понятное дело. Ну, солистка, как бы я не убегал. Да, солистки чисто пушат. Это бот, это бот, это бот. Это аура ебаная, блядь. А еще как грамотно ДП, пока ты делаешь бот. Это, кстати, вообще супер круто. Мне нравится. Меня пуш с МКБ завалил. А у них всех сетап одинаковый, правильно понимаю? Ой, вас тут много? Да ёпта. Да куда? Это его. Я ульту нажимаю, а люди форстафуются. Да, есть такое, кстати. Да, да, да. О! А кнопки Зевс. Зевс сломался, у меня кнопки вообще нигде не нажимают. А вот даже что? Так они и не нажмутся. Я по очереди, блять. Да я просто себя не юзаю, кроме. Я ТП жму, жму, ладно, профессионал. Застрелить! Блять, покатали на форстафу. Не, слушайте, то, что у нас у всех форстафы и в команде Сикер, это, конечно, мощно. А вы еще. А вы видели, как пуш под форстав кукает? Ух ты, ух ты! Ух ты! Тип читы нам дать. В обычные игры.
У меня чё? А, всё, я дело встал, сделал, гуляй смело, стикер увалил. Ну, блядь. Я линию отпушиваю. А нельзя нажать, глиф! Давай, заюзай что-то! Да, ладно. Не отдам. Блин, а глиф юзать нельзя. Меня зовут Никола, а? Никола Снайпер. Куда? А, понял. Это не Никола Снайпер, это Вася Пуров, блядь. Ух ты. Понятно. Ух ты. Понятно. Все, он нахуй. Да ему похуй вообще. Он пошел фармить. Вижу цель, не вижу препятствия. Ай, сейчас будет. А куда он улетел? Мог бы я еще в союзнику бодрить нажимать. Опа! Бля, какая киберъебка. Это сильно. А че стоим? У меня гениальный бот, он нажал раптуру настоящего героя. Крипы курили, блядь, да. Небольшой перекур. Да в смысле, ТП? Я понял. Не, зачем сюда? Лайфхак, чтобы не улететь, после кулдауна ТП нажмите ТП на текущую линию. Опа, блин. Ты смотри какой. А что? А почему меня зовут Киджети? Это твой новый псевдоним. Да вообще. Тут здесь кто-то еще. Попадаем на Свен. Поняли, да? Ты тобой улетел, я на тебя тпшился. А у меня от шарда скиллы, кстати, не жмет. Блять, ну мрази Венга, бля, ой, Венга, ВРК, это пиздец. Он, кстати, шарт не нажимает. Но да, он супер нажимает, кстати. А? Ну, снайпер нажимает. Вода нажимал, Тевса нажимал. Я ни разу не видел. Ну, я видел. Жмяки. Ух ты. Оба. Ух ты. Четко. Ух ты, ух ты. Четко. Ух ты. Четко, тут не туда. Ух ты! Ребят, у меня есть нейтралка теперь. Ну это сильно, я считаю, это сильно. Да не в того ВРК убей. А, нормально. Вот это было мощно. Так а чё у него? Ух ты! А ВРК улетела? Не улетела. Да, в ТВРК. Умерла. Ну, в принципе, в каком-то смысле улетела. ТПшница. В смысле, а почему? Что непривычно, так это цвета здесь. Это, ну... Розовые всякие. Мне кажется, ветра с форстафом куплены, да. Ну, забинжены специально, чтобы хоть как-то движение побольше было. Ух ты! Ух ты! Это что? Это чел у меня, короче, я не знаю, ну вышел с интернета. У меня сикер почувствовал кого-то с пассивки и побежал за кем-то. А, просто бреканулся от кука и сейф ТП. Да, сейф ТП. А куда он идет? Куда? Солистки нормально ТП делать в метр. Зато я отсюда не улечу. А че с кункой? Он у меня сам ходит. О! Это было сочно! А это че за сейф? Еще бы она автоатачила даже при включении автоатаки, было бы вообще хорошо. Джентил тащит. Так ты понимаешь, вы стоите втроем пушите, у меня кунка на вас просто идет. Я этому сопротивляться не могу, он еще и блинканулся вас. Слушай, ух ты, а знаешь, ты. Почему, Максим, мне ух кажется, ты. ТП нельзя отменить? Бля. Типа, бот же сам бегает туда-сюда, и чтобы оно не отменилось, его вообще нельзя отменить. А я летать буду? У нас тут все в ветрах. Дай по очереди, блядь. То форсятся, то летают. Это командный додж чайника Лича. А, понял. Ты понимаешь? Там Лич кидает чайник, потом ставит сосульку. Это знаешь, что мне интересно? Он это я быстро катил. Делает, кстати. Зато но он сначала чайник, ставит. Потом сосульку. Что вы понимаете, я там отошел у кого-то вообще. Он вообще не юзается. Он у меня... Я пока отошел, он нажал ТП, заюзал скиллы. Ух ты. Вот тебе сосулька перед чайником. О, форстафы потульт. Хорошо. Корабль сразу в рычаги кинул. Лич снимал, блядь. Да. Мне нравится, можно мне в обычную игру такого бота? Можно мне вот это вот не вешать, ну что это такое? Это не я, но само. Это я знаю.
Ты представляешь? Ух ты, ух ты! Опа. Вот это, блин, сейчас красиво было. Где он? Смотри, все сюда полети! Ух ты. Давайте спушим, раз мы тут пятером. Блин. Просто двух героев увидели и сразу, блин, ТП. Полетели обратно. А, это друг на друга ТП шнулись, молодцы. Да, чтобы не влететь потом. Ну, форстав. О, корабль полетел. Зачем он сам нахуй умрет? Ну, это баф команде всего. Ага. Что-то мне скиллы, кстати, перестали нажиматься. О, а если Синки пойдет кому-то? Ну, тому будет больно, потому что он будет стоять возле стола. Ух ты. Ух ты! Оно, кстати, а я жить хочу. Все, ребята, пушить линии надо. У меня кнопки не нажимаются. А мне нравится, мне Blood Rage начал ПКД нажимать. Просто чайник кидают, еще форсят, прям чтобы ебало прилетело. Бля, это сильно. А у меня Blood Rage скрипов начал нажимать, ребят. Да ты скиллы будешь нажимать? Он скиллы не нажимает. Вообще ничего не нажимает. Ух ты. А вернуть. Возвращай, а давай. Возвращением. Кстати, на крипов он не юзает скиллы. А корабль? Корабль уже летит. Ух ты. Давай на него эту, кидай, блять. А не понимаю, там на ю этот... Меня нажми, этот, пожалуйста, что? Хоть что-нибудь. Шрапнель хотя бы куда-нибудь. А где я? Ух ты! Да вот... Сука, сейчас бы шрапнель был хорошо. Это лучший дазл. Да. А у меня в рейтинге тогда дазлы не шли. Во-во-во. И сейвит. О, путь. Ух ты. Блядь, 76к, блядь, на руках. 87. Полетай. А чего не кинул, а? Руки его. А мне райт-клика хватит. А вот Свен там стоит. Его. Он просто стоит на Свене. А когда будет 25 уровень? Тебя тоже не нажимает? Всю битва, блядь. А. О, я полетел. Вернись! А, нажимает! А у меня не нажимает. Офигеть. Правильно, нафига на ВРК ультимейт тыкать? Можно снайпером тычковаться. У меня кунка засейвил. Давай! Чисто улетел. Пристрелил, блядь. Так, пацаны, надо, короче, заканчивать, потому что кнопки не нажимаются. Нажимаешь, у меня не нажимается почему-то. Верка стояла и смотрела на снайпера 10 минут, пока он ее расстрелял. Опа. 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 Чтобы не улететь. Да, полетел. Не-не, это я, чтобы не улететь. Специально, да, потому что он может сам куда-нибудь ТП там на аванпост сделать. А можно же на крипов делать порты. Так я можно знаю, друг нет, на друга, просто... это третий оторвала. Я же говорил вам это, еще минут 5 назад сказал. Третий? Ну это новый оторвал. Вторые. Верка стоит фотографирует. Да, она уже не атакует вообще. Вот у меня тоже самое сломалось. Нет. А я такой сейчас заметил, что у вас еще нейтральные шмотки есть. Ага. А где я? А! С ручки его затыкнем, пойдем. Я не понимал, где я все это я время. Уже троих людей. Слушайте, я хочу в этой кастомке на инвокере поиграть. А тут можно выбирать, да? Нет. Ну, вообще можно выставить настройки, чтобы выбирать. Давайте LP-к! Реально, давайте еще раз LP-к, я хочу реально на инвокере. Надо уходить. Ух ты! Это будет лучший инвокер, да? Мне просто интересно, на тинке как это будет. Мне кажется, он всего пару этих делает. Кстати. А SCF что будет делать? СФ ничего. Почему? Блин, СФ будет делать Let Me Die. Да. Постоянно еще Quail идеально. Господи, ну нажми ты хотя бы шрапнель. Нет. А что все в меня влетит? Я только прилетел. Все в артизе. Все в арстайла. Отступаю. Бля, там КД Юлов есть, блядь? Да, Юлов! Просто 10. А, крепко отступает. Чем Юлов был? У тебя некор трижды отступил. А.
Не знаю, я тут уже минут 5 дерусь, наверное, не отступая. О, ВР-ка скиллс кастовала. Да, да. Она постоянно кастует повершот и после этого встает смотреть на закат. Блин, затолкнули. Так, 1000 лайков на видос, и мы снимаем инвокера. Зевс на месте прыгает. Смотри, смотри, смотри! А! Куда? Стой! Сука. ГГ. Байбек! Не жмется. У меня 96 тысяч. То же самое. 97. 909 тысяч. Что, летим наверх, наверное? Ой, вниз. Бля, такое ощущение, что я интернешнл смотрю, блядь. Ага, ничего. На новую, блядь, бедолагу крипа. Не знаю, зачем я оформлю. Пацаны, подтягиваемся. Сюда, сюда, сюда. Ага. Крип не хочет туда. Кто не хочет? Бот. Весело. Там чайник? В другую сторону. Иду. А я ветра нет. Блин. Ничего, у нас хил есть. Сколько секунд КД раскошения? 10, по-моему. 15 около того. 100. А 30. Да, он успел! Давай. Не сделать. Они на кнопке пушат. Тогда а слушай, а мне ТП-шка не надо, у меня все равно кнопки денег? Не нажимает. Они на ТП-шку дошли. Где? А ТП-шка он нажимает, если не ошибаюсь, как мечтанул. Не, у меня вообще не нажимает. Что-то снайпер сломался, он просто, да. Он рейд-кликом просто, вообще ничего не жмет. Возможно из гейм-шарда. Не-не-не, шард появился, он кнопки нажимал, все нормально было. Да, он и бомбочку кидал. Слишком много... Вы там деритесь, нормально все. Развлекайтесь. Да. Ну зачем? Я хилюсь от него, а ты... А, да и долетел! Оу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля ты крыса. Пук с юлом, блядь. Пук. Пукает. Блин, а пуш с каждым разом сильнее встает. Да-да-да. У него 28 пассивов. Нет, не уходи! Где? Ого. Ого. Ты откуда тут? Ну давай, потыкаемся. Давай, только без пола. Бля, он нажимает что-то. О, здесь, спасибо. Да зажми на тебя скилл! А, Свен! И стоит! А он стан кидает и стоит, он сломался давно. У меня тоже дичь сломался. Но зато Юл жмет, бля, как надо. Да. Да. Оу. Чё здесь все герои ломаются? Опа, еще один. А, захватить нельзя. Ой, а путь что-то больно. Это да. Спрятались в кусты. Ух ты! Опа! Ух ты! А, еще понял. Один чайник! Не собьем. Не такой уж он и жирный. Как это поезд пассажирный. Блин, как они это простафнулись одновременно это синхронно. Ой-ой-ой-ой-ой, это как она так связала? Вяжет, как моя бабушка, блин. Как хурма, блин. Просто кликать ручку. Ой. Да здесь когда-нибудь закончится герой? Ой. Они просто по конвейеру, слушай. А почему не спасают? Следующий. Там пульс 10 секунд воскрешает. Ой. Все быстро воскрешают. Ладно, пацаны, деритесь. Не, там кто-то 40 секунд. От уровня зависит. 25-й вроде много очень дает. Не, ну у меня 24-й, я быстро воскрешаюсь. Ну, 20, от 24-го до 25-го очень большое ну, расстояние. Топ сломать. Еще от 1000 денег. Не знаю, как у вас, у меня 26-й, я резаю 14 секунд. А, тут талант старый, нет, да? Нет, куда? Я прямо в тебе. Ох. А Влад пушит. Ой. Мы тут развлекаемся, а Влад пушит. А я скачаю. Опа, опа! А, так он сам ходит еще и дополнительно. Неужели она нажала ульту? Иногда, да. На 10 хп. Она и на меня, кстати, нажимала. Фу хп. Нет, самое классное, наверное, в РК здесь, когда у 5 вражеских героев есть МКБ. А тут, в принципе, это РК не классно. Она останавливается, чтобы заряжать повершот. После этого сразу поднимает противника в Юл.
Охуенная идея. Виндран не жмется в принципе никогда. А даже если и жмется, да, противников МКБ. Ну, снайпер вообще ни одной кнопки не нажал в течение уже минут 10. А снайперу надо? Сейчас его! Ну, бомбочка. Пацаны, хватит лес фармить. Ну такое. Типа не супер важно. Но все равно это очень хорошо. Если у тебя дэмэджа с руки нету, и у тебя актеринкор, как бы неплохо было бы что-то нажать. Актеринкор нужен для этого. Это хп. А, понял. Давай еду. И чтобы ты тпшился побыстрее, почаще. Ага, понял. Хорошо. Пацаны, надо, короче, живой щит сюда. Иду. Щит в пути, ожидайте. Что за щит? Щит помер. Щит от слова дерьмо. Пускай там развлекаются. Да, поехали. Противники отвлеклись. Противники отвлеклись. На 27-м левеле ты сам можешь прокачать себе талант. Потому что там дальше построить катончик. Интересно, какой там будет выбор на 27-м левеле? О, отличные ветра! Не стал брать талант на этот, который на 25-м дается. Я про то, что у тебя там всего один талант остается. На 27-м левеле, говорю. Ну, на 27-м левеле ты же можешь талант 10-го уровня вкачать, правый, ага, второй. Ага, или 25-го. А он тебя вообще его не вкачал? Я же говорю, да, он меня вообще его не брал. Это-то и прикол. Конечно. Да я устал, мне там крест будет. Бля, как сильно. Бараки ломайте. Сейчас бараки сломаем, а там крипы АФК встанут, мне крипы. Блядь, вот этот форстав под этот... Как это называется? Не на того. Да доломайте вы уже. Я пытаюсь, у меня все спылы жмет в них. Просто лицом об казарму протерли. Туда обратно. Нет, не на эту уйду. Давай, ты сможешь, стикер. Он в тупую ломается. Я ломаю. Все. Где я? А меня жрут. Ломаешь. Кушается. О, все, я на 50 секунд отдыхать. Смотри. Меня наконец-то не спасли. Летит, блядь. А у кого там хекс? А, я понял. Свен стоит. Он... Свен все. Свен поломался. Да. О! Он в смысле блинкуется, он ничего не делает, он даже не атакует. Он просто стан дает. О! Мне кажется, парень просто не понимает, что происходит. Смотри, смотри, прикол. У тебя снайпер не дает скиллы, атакует просто. Так атакует, потому что я им атакую. О, уйду наконец-то ее занул. Вторую за 30 минут. Зато лич там вообще на чайнике не скупится. Это да. Просто по КД кидает. Мне кажется, у чувака на Пудже это просто самая лучшая игра за Пуджа. Всеми хуками попадает. Не, не всеми, я, по-моему, хука 3-4 задоджил. Наконец-то. Ура! Ой, капец. Ноль фрагов.